Снежный циклон, который сегодня пришел в центральную часть России, дал знать о себе и в Анапе. Но не снегом и понижением температуры, а усилением ветра. На улице Ленина порывами ветра повалило дерево, которое повредило припаркованные поблизости автомобили. Сушняк везде стоит, а такое ветрище. Вот, пожалуйста, результат. Деревья у нас тут старые, которые уже по 50-60 лет.